Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс. На связи Александр Приколист, и мы продолжаем играть в игрушку Don't Starve с дополнением Ship Rigid кораблекрушение. У нас 55-й день. Я ищу запчасти от портала, но дело в том, что меня отравили, блин. А чтобы избавиться от отравления, нужно сделать противоядие. Ну блин, у меня нет кирки, у меня нету кремния, чтобы ее сделать. Блин, жеваный крот, а. И еще у меня много чего нету, блин. Так, мне, по-моему, срочно нужно сделать этот долбанный парус. Мне не хватает еще немножко дерева. Потом отправимся уже искать кремний, делать кирку. И, блин, искать еще нужно. Елки, змеи еще. Змеи, 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 змеи. Так, ну. Отравление убивает, но не так сильно. Мне еще будут сейчас мешать теневые монстры. Это раз. Плюс еще кто-то мне мешать будет. А у меня еще и травы, по-моему, нету, да? И у меня куча ненужных вещей. И опять я забыл выключить лампочку. Так, по крайней мере, парус я могу сделать? Могу. Прекрасно. Парус у нас есть. Излишних вещей. Это мне не нужно. Так, главное за здоровьем следить. Так, это мне тоже не нужно. Есть у меня немножко водорослей. Так, давайте определимся. Кремний можно найти здесь. И вот здесь у нас кораллы рядом. И, в принципе, и трава там есть. Поплывем туда тогда. А тут кораллы прям рядом, по-моему. А, нет, это рыб. А, да, вот кораллы рядом. Но мне пока нечем их долбить. Сейчас тогда попробую найти парочку кремния. Ох ты ж, блин, куда я забежал. Надо же, а. А я как-то и забыл, что я тут товарищей оставил. Прыгай, 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 прыгай. Я про это забыл. Так, лечиться мне больше нечем, да? Давайте на другой конец острова попробуем тогда. Да, 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 блин, печально. Опять собаки прибежали. Корона здесь. Блин, блин, я так сейчас могу и погибнуть. Так. Блин, могут убить. И кремний я вот нифига не вижу. Его тут просто нету. Его тут нету. За мной арава бегает. Я так чувствую, сейчас придет конец. А может и нет. Ну, сдаваться я не буду, это точно. Лодка, лодка, где моя лодка? Так, 46, да? Так, думай, 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 думай. Где еще можно добыть поблизости? Вот, в принципе, вот как вариант. Да, вот вариант.
Единственный, который я пока вижу. Так, немножко восстановим рассудок, немножко восстановим здоровье. Хотя бы чуть-чуть. На факел у меня опять же нету. Ничего. Так, вот это нужно собрать. Да, печально. Печально, конечно. Но рассудок падает зверски. Ну, во-первых, меня преследуют всякие гады. Вот такие вот. Во-вторых, кстати, бутылка с кладом, но пока не до нее совсем. Блин, даже не знаю, что делать-то сейчас. Здоровья, здоровья очень мало. Я смогу сейчас немножко пополнить еще за счет того, что сделать покушать. Блин, нет, меня еще молния шарахнула, блин. Так, ну вот кремний один я нашел. Казан, срочно ставим казан. Попробуем сделать покушать. Не знаю, успею я, нет. Готовь. Это мне не помогает. Нет, ребята, наверное, все, конец. Ну, блин. Убивает, убивает меня яд, мне еще не дают. Нормально. Как-то добыть. Так, а у меня есть факел, да? Не знаю, попробую сейчас, может быть, муху убью. Сомневаюсь. Нет, все еще и темно. Блин. Так, светло. Но это меня не спасает. Сейчас еще два раза меня шмякнет. Нашел я кремень, но, блин, уже все поздно. Мне даже, по-моему, нечем лечиться. Блин, все. Все. Даже не знаю, что делать. Все, наверное. Сейчас чем-нибудь полечиться бы, ну, блин. Так, вот меня еще лечит, я еще живой. Я пока еще живой, но, блин, нет, это ненадолго. Все, все, сори. Ребята, вы видели, что я старался. Все, сори. Ну, есть и другой плюс. Мы начнем новым героем сейчас играть. Так, в главное меню. Не получилось у меня опять сделать портал. В принципе, если бы я раньше бы начал вообще, когда я начал играть, начал бы его собирать, я бы, наверное, собрал бы. А вот так вот. Еще и время года неподходящее для того, чтобы какие-то поиски делать. Так, создаем новую игру. Выбираем персонажа. И, наконец-то, персонаж, которого я уже открыл. Это король обезьян. Поехали. Мир опять же поменять нельзя. У данного персонажа есть свои плюшки офигенные. Во-первых, он может разгоняться. Ну, своеобразно там. Во-вторых, обезьяны, по-моему, если не ошибаюсь, ему притаскивают всякие вещи вместо того, чтобы воровать. Ну, у него есть еще классные, классные плюшки. Из-за него играть одно удовольствие. Я немножко пробовал, поэтому... Классный персонаж, мне понравился. Ну и к тому же у нас сейчас мир появится, уже новый мир. С последними, самыми последними обновлениями. Там новый босс еще есть, офигенный. Очень жесткий. Так, поехали. Вот наш новый персонаж. Вот таким вот образом он может разгоняться. Ну, это тогда, когда вот мы бежим-бежим, ничего не делая, и потом он сам начинает разгоняться.
Таким образом, обследовать острова вообще офигенно. Ну, то есть можно просто его вначале оббежать весь, а потом уже смотреть, где что находится. Правда, в отличие от трости, которая делается в царстве гигантов из бивня, макбивня, с тростью-то мы можем бегать, собирать даже вот любые расстояния очень быстро, а здесь нет, здесь немножко по-другому, то есть он бегает спокойно, а когда пробежал определенное расстояние, не останавливаясь, уже начинает разгоняться. Ну, это поможет нам убегать, допустим, от кого-то. Либо от тех же собак мы можем быстренько взять и убежать. А ну, сейчас мы быстренько собираем. Вот такой вот товарищ. В принципе, прикольный. Ну, естественно, будем искать какой-то остров, подходящий для жизни, для базы. И, конечно, желательно, чтобы либо на нем были обезьяны, хижины, причем в приличном количестве, либо мы их будем заселять, делать хижины обезьян на своем острове неподалеку. Это будет наша армия, которая, я так понимаю, нас будет защищать. Я, ну, по крайней мере, надеюсь. В принципе, обезьяны и так нас защищали. О, кстати, остров-то неплохой. У нас сразу здесь есть золото. Отлично, может быть, даже на нем и будем жить. Сейчас посмотрим. Вот эти проходики мне тоже нравятся. Можно, допустим, клыкастые ловушки, которые в данном дополнении я еще ни разу не делал, ставить. А плюс еще что-то. Смотрите-ка, кстати, мир довольно-таки интересно сгенерировался. Уже у нас остров неплохой. Да, было бы офигенно, если бы тут еще водяные бифлы были. Ой, обезьянки тут рядом у нас. Смотрите-ка, уже есть, по крайней мере, обезьянки. Давайте пробежимся, посмотрим. Мне все больше и больше нравится вот этот начальный остров. Есть пауки. Тоже хорошо. Золото, смотрите, сколько уже. Кстати, кирку-то я ж могу сделать. Чего это я торможу? Сразу добываем тогда золото. Нужно не забыть, что нам еще нужно дерево. Скорее всего, я останусь на этом островке. Смотрите, сколько обезьянок. О, еще и с картошкой, блин, биом. Так, не воруй бутылку с картой. Вот еще и клад нашли. Обезьян, кстати, тут неплохо. Так. О, рядом совсем клад. Отлично, отлично, мне место прям нравится. Шикарное место. Обезьян уже довольно-таки неплохо. Ну, сейчас нужно, главное, определиться, где мы будем жить тут. В каком именно месте. Нужно недалеко от обезьян. Причем, скорее всего, наверное, он место, где картошка растет. Во-первых, мне нравится там по цвету. Во-вторых, тут недалеко обезьяны. Вон они, видите, собирают там. Ну, картошку они, конечно, тырят плохо, но они мне, я думаю, вернут ее сейчас. Или нет. Но травку они точно будут собирать и кидать в меня. Кстати, у меня один из подписчиков говорил, вроде они и так не прикармливают, они тебе все равно дают. Нифига не дают они мне ничего. Видите, они собирают траву. Ну, пока я не вижу, чтобы они мне ее кидали. Я так предполагаю, нужно их все-таки покормить будет. Дать им бананчик, и тогда... Тогда точно они кидаться будут в меня всякими плюшками. А вот сейчас они как-то особо на меня не обращают внимания. Не хотят мне ничего давать. Так, давай, ломай. Ну, по крайней мере, воровать они у меня ничего не воруют. А вот, вот, дала. Почему дала? Кинула в меня. Этой травкой. Ну, что-то как-то так скудно они сейчас мне дают какие-то хорошие вещи.
Определяемся с жильем. Сейчас я все это оббегаю. Все, остаюсь я точно на этом острове. Здесь есть почти все, что нужно. Так. Вот нужно топорик сделать. У меня нету. А, кидаются, кидаются, смотрите-ка. Ну, я знаю, что если покормить их, то они кидаются прямо вот отлично. Они все подряд собирают, все, что могут, и выкидывают в тебя. То есть там вообще офигеть. Сейчас они кидаются в меня, но как-то... Так. Не особо щедро. Так, собираем пока все. Нужно как-то определяться с местом. Так, макак тут много, везде они тут бегают. В принципе, неплохо. Так, есть веточки. По идее, мы можем ночью даже, наверное, не буду я стоять. Возьму факел и пробегусь по этому острову. Бегать мы умеем быстро довольно-таки. Золото у меня уже неплохо я набрал. Так, давайте глянем, пока не темно. Неплохой, неплохой довольно-таки остров. Поселиться можно где-то вот здесь вот. Здесь проходик, здесь еще, я так понимаю, лес. Ну, давайте я в начале ночи побегаю. Факел хотя бы сделаем. Нам одного должно хватить на ночь вполне. Я надеюсь, он не тухнет у него, когда он разгоняется. Соберем все, что можно. И посмотрим, где нам жить. Так, ну-ка. Сейчас побежит, посмотрим. Нормально. Кстати, когда бегает, держит предметы в хвосте. Ну, хвостом. То есть из рук выкидывает. Так, где у нас тут проход был? Странно, он же был. Или я не туда? А, вот тузенький такой проход. Такое ощущение, что два острова просто вместе рядом сгенерировались. И поэтому у меня так получилось все это дело. Интересно. Ну, классно, классно. В принципе, нафига искать еще какие-то острова, когда и этот довольно-таки неплохой. Все, мы оббежали полностью все. Ну и давайте глянем, где можно нам заселиться. Ну, вот тут где-то. Расчистить площадку полностью. И можно, в принципе, уже жить неплохо. Вот тут обезьян полно. Вот здесь вот. Хорошо бы вот здесь, но здесь плохо. Затапливать нас будет очень быстро. Где-нибудь вот здесь. Пока заселимся, ну, хотя бы сделаем какую-то базу, а там посмотрим. Так, что мне необходимо первым делом? По идее, нужны дрова, нужен будет парус. Что-нибудь скушать. Так, давайте вот это мы скушаем. Топор у меня есть. И нарублю хотя бы на начальный парус, на такой вот. Еще и пойду уже поставлю сундук, поставлю научную машину, сделаю себе рюкзак, чтобы было куда складывать. Так, кокосы я, наверное, не буду кушать, я их буду сажать, пускай у меня тут будет много пальм. В итоге я потом, думаю, сделаю, чтобы встали у нас энты. Я не знаю, как они будут на меня реагировать, именно на данного героя. Ну, кто его знает, может нападать в любом случае будут, а может и нет. Посмотрим. Так, сажай. Ракушки собираем, они нам пригодятся на броню. Да, кстати, сейчас будет небольшой сюрприз. Я не знаю, когда вот именно, но вот прям в ближайшее время. Еще одна фишка данного персонажа. Увидите, прикольно. Я первый раз, когда увидел, я офигел.
Так, ну, в достаточном количестве мы набрали, в принципе. Хотя, ну, ладно, вот это мы соберем потом. Хотя, можно и сейчас собрать. Можно сделать молот и собрать. Лучше сразу. А это так утащим сейчас. Так, бери и побежали. Все, побежали уже обустраивать базу быстренько. Мне этот островок определенно нравится. Ну, конечно, еще хотелось бы, чтобы что-то было классное. Но... Не, супер островок. Неплохой. Так. Ну, обезьяны есть. А это главное. И где-то, наверное, вот здесь вот. Ну-ка. Да, вот где-нибудь вот здесь. Так, вот я, наверное, вот это лучше выложу. Как-то обезьяны меня смущают пока. Так, первым делом. Естественно, ставим научную машину. Мы не очень далеко от берега находимся, но на нормальном расстоянии. И если что, у нас вот защита есть, и, в принципе, можно будет отбегать вот сюда вот повыше. До сюда мы добежать сможем довольно-таки быстро, поэтому не страшно. Так, дальше. Дальше нам нужно сделать рюкзак. Точно, рюкзак делаем. Делаем доски. Так, для того, чтобы сделать хотя бы сундучок. Замечательно. Ну и нужно вырубать все вот эти вот наши деревья вокруг, чтобы хоть какое-то свободное место было, чтобы не сгореть. Так, вот это выкладываем. Что еще можно выложить? Ракушки пока выложим. И вот это пока выложим. Нам сейчас главное набить побольше дерева. И сразу лопату сделаем, давайте. Так, поехали. Вырубаем все это дело, оно нам тут не нужно. Ну, вот как раз мясо у нас будет. Так. Я, наверное, топориком. Кстати, показатели 175, 150 и 125 у данного персонажа. Вот мартышки, видите, они ничего не воруют. Вот один из плюсов. И приносят, они мне потихоньку что-то притаскивают. Ну, нужно покормить. Нужно, я не знаю, сейчас банан может какой-то выпадет. Покормить, они мне будут прям вообще бросаться в меня. Все, что можно, будут бросать в меня. Все, что можно и нельзя. И нужно не забыть оставить несколько деревьев как-то вот так вот в сторонке, которые можно как-то сжечь. Где бы их сжечь бы? Вот тут здесь. Вот здесь, вот, наверное. Сейчас вот так вот обрублю, чтобы у меня вообще все не спалило, весь лес не сгорел. Для того, чтобы сделать казан, естественно. Так, и почему-то сюрприз не произошел. Либо я его просмотрел, либо это ближе к утру произойдет. Возможно и так. Так, вот тут вот, если я подожгу. Нет, вот это дерево я сейчас срублю, а вот эти вот я сожгу. Давай, ломай, круши. Давайте подожгем. Я надеюсь, все у меня не сгорит тут. По крайней мере, так, вот соберем тоже пепел, пока он валяется.
Топорик у меня остался, да, остался. Не помню, сколько нужно. Вот этих то ли 3, то ли 4, то ли 6. Не помню уже, сколько нужно угля. Так, кирка. Чтобы не мешало нам здесь. Кстати, пепел сразу соберу. А то потом буду искать. Ну, пепел, в принципе, можно какую-нибудь фигню сжигать. Вот так. Ставим пока обычный костер. Казан, казан. Вообще, как он там делается и что нам для этого нужно? 6. Нужно 6 угля. Офигово. Тогда, наверное, я пока так покушаю. Уже довольно-таки сильно мы проголодались. Можно, конечно, побоище обезьян устроить. Вот что я, наверное, и сделаю. Ну, прямо в ближайшее время. Я точно это сделаю. Пускай дадут мне побольше. Там много обезьян. Можно прям так хорошо довольно-таки набить всего этого дела. Кстати, вот шишки я не буду пока сажать. Я их, наверное, просто сожгу. И будет у меня еще пепел. Пока я не забыл. Так, сжигаем. Факел пока оставим. Вот так вот. Это у нас пойдет на лечение. Будем создавать уже мази. Так, стоп. Мясо. Да блин, где? Я его зачем снял-то? О, шкурки. Супер. Будет парус у нас из шкурок. Ну вот еще вот это вот, наверное, повырубаем. Несколько деревьев нужно как-то тоже сжечь, попробовать так, чтобы не сжечь кусты. Бананов, к сожалению, мне пока. Кстати, за ночь 14 рассудка потеряли. О, кстати, вот сюрприз. Не знаю, заметили вы или нет. Появилась кучка навоза. Это первый персонаж, который гадит. Вот странно, почему все персонажи такое не делают. По идее, они же кушают, должны гадить. А это первый персонаж, который каждые 2 дня будет гадить. То есть с навозом у нас вообще проблем не особо. Ну, вообще не будет проблем, потому что он будет сам вырабатывать навоз. Вот, к сожалению, почему сразу всем персонажам не добавили такую функцию, по идее? Это же логично. Так, дублон принесли нам. Топорик у меня еще целый. Если я здесь вот подожгу, что у меня будет гореть? Я, наверное, оставлю просто небольшие деревья поодиночке. Подожгу их так. Вон, мартышки периодически мне приносят что-то. Что-то притаскивают, ну, в маленьком количестве. Так, у меня с кремнием нормально. Веточки у меня заканчиваются, да? Понятно. Вот они мне веточку принесли, я смотрю. Так. Так, ну вот это пускай тут торчит. Оно мне не мешает. Дальше, дальше, дальше. Топор. Топор я сломал. Да, веточек, все. Кирдык с веточками. Вот это дерево полно. Тут может загореть. Да, в принципе, да и пускай горит. Не страшно. У меня деревьев тут и так полно. Вот этих бамбука тут тоже навалом наверху, где обезьяны. Поэтому можно поджечь. Ну, загорится, загорится прекрасно. Так.
Еще пепел немножко. Меня сейчас интересует казан. Так. Есть. Есть. Отлично. И казан мы можем, по-моему, сделать. Ну, веточки, по-моему, на нем нужны. Да, нужны веточки. Веточек, веточек я знаю, где достать можно. Сейчас мы их достанем. Правда, вот я не выгрузился, это плохо. Давай быстренько. Так, выгружаем это, выгружаем это. И по идее у нас места достаточно. Одну хижину я все-таки сломаю. И сейчас натравим обезьянок друг на друга. Так, а нам куда-то вот сюда. Стоп, стоп, стоп. А, вот, вот, проход повыше. Вон, в меня опять бросили чем-то. Каких-нибудь дальних обезьян. Так, где вы там? Дальнюю хижину я сейчас сломаю. Да, собирают они, собирают все, он бросает в меня. Но мне кажется, сейчас я, если их покормлю, они еще больше меня набросают. А вот только я не уверен, я могу атаковать их или нет. Вот дальних обезьянок я сейчас сломаю. Добуду бананы. Ну, как-то они так реагируют не особо. Не особо хорошо. Ну, не трогают вроде меня. Так, обезьянки. Где вы там? На. Так, ну его давайте убивайте. О, начнется сейчас веселье. Правда, ничего не видать. Да, вон кого-то вроде бы как убили там. Сейчас будет много. А, кидают, кидают они, смотрите-ка, меня все равно. А, что-то им не понравилось. Так, пауки за мной бегают. А, что-то им не понравилось. Все равно кидаются они в меня какахами. Так, 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 мачете, мачете срочно. Паучок. Вот одна гадина все равно кидается в меня. Все, отвлеклась, замечательно. Отвлеклась, рассудок мне просел у меня. Но рассудок, насколько я знаю, данный перс может восполнить с помощью бананов. Пожирая бананы, по-моему, 10 рассудка. Так, смотрите, сколько мяса. Так, ну-ка, да. Бананы, кушаем бананы, и все отлично. А факел у меня есть? Есть. Поэтому я побегаю с факелом, соберу, по крайней мере, навоз. Так, где вы тут еще кого-нибудь убивали, нет? Факелу мне должно хватить на ночь. Навоза, много навоза. Так, ребята. Все? Так мало? Где вы там? Эй, вы где там? А вон, кого-то убивают. Замечательно. Так, ну с едой вроде более-менее нормально. Лодку, наверное, я грузовую все-таки сделаю первую. Так, еще навоз. Вроде более-менее все нормально. Ну, обезьянки немножко, ну, вот кидаются, кидаются, ну, немного. Они приносят потихоньку траву там. Ну, то, что они могут собирать. Вот бамбук они не могут, к сожалению, собирать.
виноград, вот эту лозу виноградную, тоже не могут они собирать. Они могут собирать с камней вот эти вот, как они, ракушки. Не ракушки, а блюдечки. Они их собирают с этих камней, тоже мне бросают. Плюс траву могут собирать. Ну, то есть то, что мы можем собирать, в принципе, любой герой может собирать с помощью просто с пустых рук. Так, змея я не заметил. Ну и как-то вот на меня нападают, они особо не реагируют. Не особо они помогают в этом случае. Видимо, нужно все-таки их прикармливать. Бамбук, как у меня с бамбуком? Немножко нарублю, чтобы был. Потому что он, по-моему, на парус нужен, там, на тряпичный, еще на что-то. Ну и пойдемте, наверное, делать лодку. Делать казан. Веточек у меня почему-то мало. Но все равно у меня мало веточек. Плохо. Так, вот они травой тут в меня кидались, видимо. Да, и, видимо, если мы даже просто наводим курсор, как бы атаковать, либо когда ломаем хижину, все-таки обезьяны реагируют. Потому что, видите, они в меня говном начали кидаться. Даже в меня. Короля обезьян все равно кидаются говном. Так что будьте готовы, что вас могут закидать какахами по полной. Так, и с веточками. С веточками очень печально все. Так, веточки у нас вот здесь вот. Нужно, нужно веточек добыть. У меня их очень мало. Во-первых, это факелы. Во-вторых, так, обезьянка как-то тут... Как она тут вообще оказалась? Каким боком застряла она там у нас, да? Так, травы нормально. Мы хотим кушать. Бананы восполняют не особо. Они рассудок. Вот, по-моему, это единственный персонаж, которому бананы восполняют рассудок. Я не видел, чтобы еще кому-то... Ну, я даже проверял, бананы там и жареные, и обычные. По-моему, нифига они не пополняют рассудок. А вот данному персонажу они пополняют аж на десяточку. Интересно, банановое мороженое больше рассудок пополняет данному персу или нет? Так, веточек нету, блин. Нету веточек. Фигово. Мне, по-моему, даже на казан не хватает. Хотя я могу ошибаться, но... Блин, не вижу я больше веток. И плохо. Это плохо. Ой, нужно, наверное, будет с других островов немножко притащить и пересадить к себе. Потому что, блин, это не дело. Когда веток мало, мне их обычно не хватает. Есть вариант, конечно, довольно-таки простой, как их добыть. Это снести, наверное, еще одну хижину. Все-таки придется мне, наверное, это сделать. Потом поставлю. Не страшно, потом еще поставлю веток. Ничего страшного. Так, говно уже не помещается. Так. Но нужно его взять. Нужно его с собой обязательно забрать. Так, вот где наша база? Я что-то как-то не найду. А вот. Так, говнище, вообще полные сундуки. Чего-чего, а вот говна. Говна навалом. Так.
Вот это можно убрать. А казан. Нам нужен казан. Делаем. По-моему, 3. Да, казан готов. Стоп, не поворачивай. Поставим где-нибудь здесь. Так, один банан нам все равно придется съесть. Так, дальше. Делаем, наверное, мясные шарики. Я даже не знаю, что еще делать. Вот так вот получится, интересно, нет? И костер. Пока обычный делаем. Можно немножко разжечь его. Ах ты ж, блин! Что я сделал? Что я, мать его, сделал, а? Так, покушал я, блин. Ох ты ж, ё-моё, криворукий ты. Криворукий и хромой. Умывальников начальник, блин. Так. Ну что, делаем заново. Так. Готово. Зачем я разжигал его? Так. Это сюда. Первое. Это опять сундук. Делаем. Скидываем то, что пока не нужно. Так. Ну, по-моему, они не воруют у меня. Да блин, да как так-то, ёлки, уголь сгорел опять. Придется так. Ладно, сделаю так пока. Потому что отъедаться нужно как-то. Блин, я все спалил. Бананы я лучше пожарю. Мне кажется, они побольше будут здоровье восполнять. Ну, они и здоровье, да, потихоньку восполняют. Рассудок-то у меня уже полный. Так. Досок мне, по-моему, хватает на нормальную, в принципе, машину-то я поставлю. Сейчас пепла, смотрите, зато сколько. Просто навалом пепла. Так, вот это мне тоже не нужно. Косточки. Бутылка уже некуда, да? Ну, они у меня не воруют. Фиг с ними. Чего не хватает? Золота не хватает. Так, берем золото, ставим опять такую машину. И, наверное, сразу создадим алхимическую. Нам нужно 2 камня, 4 доски. По идее, я хочу вот это сделать пока. Опять? Опять насрали. Да ну его нафиг. Давайте сплаваем закладом пока. Сделать лодку. Смогу я или нет? В принципе, мне кажется, я смогу сделать. Нет, не смогу, потому что нужно... Нужна алхимическая уже машина. Поэтому делаем еще 4 доски. Делаем 4 доски. У нас есть один булыжник, у нас есть золото. Далее... Далее нам нужно сделать вот такие вот фиговины. Так, еще один булыжник. Нужно сразу 3 сделать. Камень кончился, смотрите-ка, блин. Так, еще одно. И могу я сделать уже нормальную штуковину. Вот, наверное, повыше нужно как-то. Ставим. Так, это мы ломаем.
Ломай. Блин, а я не взял? А, вот он. Не взял молоток. Думаю, почему не ломает. Верну хотя бы часть материалов. Так, ну, говно тоже сюда уберем. А, парус. Парус. Сразу нужно его попробовать сделать. Но нам, по-моему, чего-то не хватает. Не хватает две веревки. Веревки легко. Парус готов. Далее. Далее нам нужно опять много дерева. Опять дофигища дерева. Так. Наверное, вот несколько деревьев я вот тут опять сожгу. А какие лучше сжечь-то? Факела у меня нету. А мне нужно, по-моему, всего 3 штуки. Не знаю, сколько на самом деле я сейчас сожгу. Мне нужно, по-моему, всего 3 штуки. Пепла! Пепла дофигища у меня. Ну, по-моему, шишки у меня сгорели. Плюс еще что-то сгорело там. Трава, наверное, какая-то. В сундуке, которая лежала. Я так подозреваю, лоза. Да и полно у меня всего сгорело. Ну, не страшно. Забыл, что костер вот такой вот простенький. Он довольно-таки офигенно все может спалить. Вот это я забыл. Так. 24 доски мне нужно. 24 бревна. Для того, чтобы сделать 6 досок. Дерево я так в приличном количестве повырубал тут. Просто жесть. Ну еще пару деревьев. Я думаю, мы сделаем наконец-то лодку. Так. Давай, давай, родимый. Опа. Опачки. Мясо тоже неплохо. Семку так съедим. Ну и по идее. Так, где у нас лагерь наш? По идее должны. А, наверное, я все-таки сделаю вот такой костер. Нет, не сделал, у меня камней нету на него. Обычно я смогу сделать, если не ошибаюсь. Так, 6 досок. Так, 2, 3, 4, 5, 6. Пепел убираем. А, и 3 веревки. Так, и лодка. Грузовая готова. И дальше мне бы сделать еще... Фонарик смогу я сделать или нет? Да, смогу я сделать фонарик. Ну и в принципе погнали. Грузовая лодка все равно у нас. Поэтому выгружать я пока ничего не буду. Так. Так. Фонарик, 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 где ты? Вот у нас фонарик. Отлично. Вот у нас парус. Так, пока повыбрасываю что-нибудь ненужное. Так. Я хочу сплавать с закладом. Он близко. И лопата у нас есть. Он тут где-то рядом, поэтому нужно сплавать.
Так. Да, и нужно не забывать, опять же, кремень в рюкзак. Вечно я забываю это. На факел у нас есть? Да, есть. Отлично. Берем факел. И пойдемте посмотрим первый клад. Ну, кстати, веточки. Может быть, даже стоит их выкопать. Ну, я могу забыть сейчас это дело. Хотя бы соберу. Так. Где у нас лопата? О, тут у нас... О, тут свинья. Тут свиньи есть. Кстати, тут много чего есть помимо... Ну, кстати, свиньи, по-моему, не особо дружелюбны к нам. Не буду сейчас пока проверять. Сейчас давайте клад выкопаем, а потом уже... У меня такое ощущение, что я крутанул как-то не так. А, вот так вот вроде было. Давайте все-таки посмотрим, что в этом кладе. Свинья нас пока вроде не видит. Не знаю, как она отреагирует на меня. Так, сюрприз. Не особо-то и боюсь я вас. Давай. Не попали. Ну, подумаешь, разочек. Так, косточки, конечно, мы собираем. И смотрим. Ну, так себе клад. Не особо полезный. Так, вот это мы ломаем. Чтобы выкинуть, потому что мне нужно... Вот мачете можно выкинуть. Я хочу сломать домик свиньи. Ну, конечно, оно сейчас будет нападать. Мы же сломали ее домик. Так. Остальное... Ладно, остальное это все не особо важно. Хотя... Я бы собрал бамбук, чтобы потом его не рубить. Ать, не попал. Не попала, глупая свинья. Вот так вот. Ну, свинью я не буду бороться, нет, она чокнутая. Не хочу. Наверное... Есть смысл исследовать этот остров до конца. Так, всего две поросячьих шкурки. Это мало. Так, ульи мы тут нашли. Тоже, кстати, классно, рядом с нами. Я не помню, на нашем острове есть он или нет. Тут он есть. Это уже хорошо. Ракушки. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Так, много песка. Так. Жалко, что свинья одна. Было бы их тут несколько, хотя бы можно было уже домики не ломать, а периодически приходить. И... А, вот еще один домик. Отлично. Не буду я уже его ломать. Пускай живет. Я буду лучше приходить иногда свинью убивать. Кстати, она, по-моему, там с кем-то дерется. Или она на меня? А, тут и... Тут эта вторая прибежала, видимо. Да, это все та бегает за мной. Никак не отстанет от меня. Ну, догнать нереально, она меня не догонит. Вот давайте попробуем просто подойдем к свинье. Как она на меня? Не нападает.
Мне не нападают, странно. Ну, как-то по барабану на нам. На нас она особо не обращает внимания. А вот это никак не успокоится. Ну, не, драться я не буду. Не вариант. Во-первых, никакой защиты у меня нету. Во-вторых, не хочется мне с ней драться сейчас. Вот это я, наверное, скушаю. Я лучше соберу блюдечки. Вот эти вот. Ну и чё ты, чё ты махаешь? Уже пора забыть, что я сломал домик твой. Вот я не помню на рюкзак. Давайте посмотрим. Ну, наверное, не смогу я посмотреть. Нет, не смогу. Это нужно к научной машине или к алхимической подойти, чтобы сделать рюкзак уже свиной. Свиной мешок или как он там называется. Так. Конечно, много лишних вещей у меня с собой сейчас, но не хочу ничего выкидывать. И, наверное, будет смысл потом сделать кладовую. По поводу кладовой, наверное, все-таки я сделаю так. Усложню немножко мод. Сделаю вариант не легкий, а средний. То есть там нужно, по-моему, 20 досок, 20 блоков каменных и, по-моему, 5... По-моему, если не ошибаюсь, 5 известняка. О, еще один клад. Бутылка с картой. Посмотрим. Не очень далеко. Ну, в принципе, можно будет. Можно будет сплавать. То есть, ну, чтобы не было так читерно. Сделаем эту кладовую не сразу, попозже сделаем. Ну, все равно сделаем. Сделаю так, чтобы был сложный, более сложный вариант ее изготовления. Потому что как-то, ну, слишком просто уж получается. Естественно, я не буду заниматься прям добычей ресурсов именно для этой кладовой целыми днями. Потихоньку все равно ресурс буду добывать. Те же камни, там еще что-то все равно нужно добывать. Так, где-то тут нам нужно выходить. А около меня еще пауки, да, недалеко. Вот это нужно, конечно, удалить дело. Костер обычный ставим. И давайте на этом данную серию мы закончим. И продолжим уже в следующей серии. В принципе, у нас там клад еще и еще много всяких плюшек. Всем пока-пока! Если понравилось видео, ставьте пальчики вверх, пишите комменты, рассказывайте друзьям, это поможет развитию канала. Ну и если вы хотите узнавать о новых видео самыми первыми, подписывайтесь на канал Мир Приколов Геймс.